Давайте послушаем, что скажет профессиональная певица из Латинской Америки. Всем приятного просмотра. Всем привет, добро пожаловать на наш YouTube-канал. Сегодня я решила сделать реакцию. Это будет такая сюрприз-видеореакция на артиста, которого предложили в комментариях. Имя этого артиста? Димаш. Я не знаю, с какой он страны. Я не знаю, в каком стиле он будет петь. Я вообще даже не знаю, это мужчина или женщина. Ну что, надеюсь, вам понравится. Не забывайте про подписку, лайк и коммент. Поехали! Что? Чего? Поразительно. У меня истерический смех. Это еще один регистр, похоже, он и тенор, и сопрано одновременно. Фантастика, это прозвучало в таком рок-стиле. А теперь я не понимаю его диапазон. Какой контроль? Итак, я сделаю небольшую паузу, потому что здесь было слишком много информации. Я в шоке от услышанного. Как будто два человека вселились в одно тело. Это, конечно, очень странно, но это весьма интересно звучит. В его основном регистре очень плотный звук. И я не скажу, что это сверхлегкий голос. Это плотный голос. Он звучит как такой мощный, мощный тенор. У него также очень сильный и лирический верхний регистр. И здесь он уже превращается в сопрано. Знаете, это как будто бы сопрано и тенор в одном человеке. У него отличный контроль. Да что тут говорить? Он же переходит с форте на пианиссимо за одну секунду. Обожаю. Давайте продолжим. Это же очень тяжело сделать. Да что такое? Эти световые эффекты просто потрясающие. Yeah.
Я все. Да здесь больше, чем два человека в одном теле. Получается, здесь есть и тенор, и сопрано, и рок-звезда. С таким открытым, смешанным звучанием. Я не могу в это поверить. Это впечатляюще. И в эту одну песню столько всего понапихано. Я думаю, это какой-то новый стиль, который не каждый день услышишь. Это супер оригинально. Я сошла с ума. Он делает столько разных вещей со своим голосом, когда в припеве он поет. Это же стаккато на таком высоком регистре. Это очень тяжело сделать, а у него идеально. В этой песне он поет на французском. Я так и до сих пор не поняла, с какой он страны. И какой у него язык. Я имею в виду, какой его родной язык. А если говорить обо всем шоу, я мечтаю спеть на этой сцене. Какие красивые световые декорации. А эти экраны на заднем плане высочайшего качества. Особенно в тот момент, когда раскрылись крылья. Я подумала, ничего себе. Здесь все было захватывающе. И группа, и само звучание, все было идеально. Теперь я хочу послушать еще больше его песен, потому что мне интересно посмотреть, что он будет делать дальше, и анализировать его голос, в который я до сих пор не могу поверить. Он какой-то такой уникальный. Димаш Куадайберген. Всем чмоки! Хочу сказать, что до долгожданного концерта Димаша в городе Алматы остались считанные дни. И меня самого переполняет волнение не только от встречи с Димашем, но и также от встречи с вами. Многие из вас, наверное, уже пакуют чемоданы, кто-то уже сидит в аэропорту, кто-то едет на поезде. Всем удачно добраться, долететь. Встретимся через 3 дня. Всех обнял, всех люблю. Пока!